Минская рада. Ну вот возьмем с Изюмской рады. Трофей заслуженный. Теперь здесь будет городская администрация города Изюма. Их надо наоборот показывать в чистом виде, что будет с Киевом, как в Мариуполе, если эти ублюдки возьмут автоматы в руки. Да обосрутся, понимаете? Даже если мы ядерный удар нанесем по Польше, никто не дернется. Только по той простой причине, что они боятся там у себя получить ядерный пепел. Они должны четко понимать, если не хотите уважать, должны бояться. Ну, понимаете, так не должно быть, когда мы там какие-то митинги они проводят, какую-то чушь там делают. Вы что, ребят? Вот эти вот 2 миллиона человек должны были либо уехать с Украины, либо должны быть денацифицированы. То есть быть уничтожены. Ты кто есть, ублюдок? И надо Шольцу знать точно, что, ребята, если вы нас заставите реально применять ядерное оружие, у нас другого выхода не будет.